все. Здравствуйте, меня зовут Игорь Лужанский. Я художественный руководитель Донецкого плейбэк-театра «Кибитка». Сейчас начнется плейбэк. Есть две замечательные девочки, которые хотят спеть. Я когда спросил, как у вас писать, они говорят, Клапан и Герман, встречайте. Рада всех вас видеть. Хотели спеть нашу песню лично. Ну, в трех словах о ней душевно сильно глубоко. Вот. Эти странные тексты из души вырывай. Не пойму почему. Постоянно не знаю свое состояние. Твое отношение. Все мы люди. Эти листья живые, хоть они безнадежны, всем приходит конец, организм обезвожен, все мы будем ходить, все мы будем улыбаться, но не сможем мы с этим никогда распрощаться. Отражение души, ты никогда не спеши, потому что ты веришь, что они не нужны. Твои чувства, твои мысли, твои переживания, они вроде с тобой, а вроде на расстоянии. Эти странные тексты из души вырываю, не пойму почему, постоянно не знаю свое состояние, твое отношение, все мы люди, принимаем решение. Принимаем решение.